Радоваться, как это делает, например, Илья Капитан, занимаясь, внимание, баскетбольным фристайлингом. Это свобода самовыражения. Вы можете брать любые мячи, ну, то есть баскетбольные, и делать какие-то определенные трюки, вещи. То есть главное под музыку, ритмично, чтобы было красиво. Это выглядит примерно вот так вот. Веселый заборный танец. Ну, тарелочка, девчонки, давайте поднимем.